Для тех, кому за 60, в Муравленко стартует проект для пенсионеров «Модный приговор». Его организует Центр социального обслуживания населения. С участницами и авторами нового проекта познакомилась наша съемочная группа. Муравленковские пенсионеры разрушают стереотипы и шаблоны. Среди людей старшего поколения все популярнее становится занятие спортом, общественная деятельность. Теперь в этом списке еще и мода. Идея по преображению тех, кому чуть-чуть за 60, вызвала большой интерес. Одна из первых к проекту «Модный приговор» присоединилась Раиса Бургарт. Быть красивыми, ну, естественно, молодыми, худыми, стройными. И самое главное – позитив, улыбка. Вот это настроение, которое, я надеюсь, что передастся и залу, и тем людям, которые придут не только поучаствовать, но и посмотреть на нас. А мы обещаем, что мы сделаем все, чтобы это мероприятие прошло на высоте. «Модный приговор» реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». На грантовые средства авторы проекта приобрели ткани. Остальное возьмут на себя визажисты, парикмахеры. Махеры и портные. В команду профессионалов еще набирают желающих. Я уже предвкушаю предстоящую работу, потому что когда женщины видят результаты, если он им нравится, если они испытывают восхищение, и у них наворачиваются слезы радости, и я от этого испытываю просто непередаваемое удовольствие вот, делать женщин счастливыми. В ходе реализации проекта будут организованы мастер-классы по преображению участников. Впрочем, уроки красоты станут доступны всем желающим пенсионерам. А семеро счастливчиков пройдут все этапы преображения. От проекта жду что-то новенькое. Может, стиль какой-то одежды поменять, прическу, может, цвет волос. Специалисты Центра социального обслуживания вдохновились идеей у единомышленников из Красноселькупа. В проекте еще есть свободные места для участников. Новый образ, макияж, прическу и наряд от профессионалов они продемонстрируют в октябре. Дефиле-шоу станет кульминационным мероприятием проекта. Они покажут себя во всей красе преображенными. А еще мы будем снимать видеоролики о каждом из номинантов, да, где мы покажем, чем увлекается человек, чем занимается он, какой образ жизни ведет. Участники проекта готовы к изменениям и преображениям. Они определенно достойны восхищения. И бесспорно, они докажут, что возраст – это только цифра в паспорте. Ирина Бугрим, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко.